Юрий Яковлевич Яковлев – советский писатель и сценарист, автор книг для подростков и юношества. Юрий Яковлевич Яковлев родился 22 июня 1922 года в Ленинграде. Яковлев – это псевдоним писателя, взятый по его отчеству. Настоящая фамилия – Ховкин. Еще в детстве будущий писатель был членом литературного клуба, а его самые первые стихи были напечатаны в школьной стенгазете. После окончания школы за полгода до начала Великой Отечественной войны 18-летнего Юрия Яковлева призвали в армию. Оттого так правдиво и реалистично в рассказах писателя звучит военная тема. «Моя юность связана с войной, с армией. 6 лет я был рядовым солдатом», – писал он. «Там, на фронте, Юрий сначала был наводчиком зенитной батареи, а потом сотрудником фронтовой газеты «Тревога», для которой в часы затишья писал стихи и очерки. Тогда фронтовой журналист и принял окончательное решение стать писателем, и сразу после войны поступил в Московский литературный институт имени Горького. Самой первой книгой молодого поэта был сборник стихов для взрослых о буднях армии «Наш адрес», напечатанный в 1949 году. Эта книга была детской. Он говорил: «Я детский писатель и горжусь этим». Позже появились сборники «В нашем полку». В ней собраны взрослые стихи про войну, стихи об армии, о Великой Отечественной войне. В этой книге он писал о детстве и о войне, о том, что сам пережил и что знал. В 1955 году вышла в свет книга «Растут сыновья». Любовь к родине начинается с любви к матери, а человек начинается с его отношений к матери. И все лучшее, что есть в человеке, достается от матери, так говорил Юрий Яковлевич Яковлев. Из его воспоминаний: «Каждый день моего детства был связан с мамой, озабоченная, радостная, спокойная и печальная. Она всегда была рядом. Она вела нас с сестрой через трудную жизнь, создавая на нашем пути теплое, незамерзающее течение. В последний раз я видел маму на запасных путях Московского вокзала у воинского эшелона. Мама погибла во время блокады Ленинграда летом 1942 года. Ей он посвятил одну поэму в прозе «Сердце земли». Весь опыт писателя в общении с людьми лег в основу книг. Затем у Юрия стали выходить тоненькие стихотворные книжечки для детей. Но, как оказалось, поэзия не была его главным призванием. После опубликования в 1960 году небольшой повести «Станция мальчики» в журнале «Огонек» Яковлев стал отдавать предпочтение прозе. Это был переходный момент его творчества. Вслед за этим рассказом публикуется другой «Мальчик с коньками». В его прозаической судьбе большую роль сыграли «Известия» и «Огонек». Писатель Юрий Яковлев всегда гордился тем, что пишет для детей. Он любил маленьких читателей, любил своих героев. В своих книгах Юрий Яковлев возвращает и рассказывает нам, какими они были в детстве – честными, справедливыми и верящими в людей. Яковлев очень много писал о войне. Он говорил: «Я не могу писать о войне, хотя о минувших грозных лет меня отделяет все больший пласт времени». В своих произведениях он пытается воскресить рассказы очевидцев о трудных военных днях. Появляются повести о сегодняшних ребятах и юношах, о тревожном, трудном возрасте, когда решается участь будущего человека. Затрагивается школьный и пионерский быт. Для этого автор всю жизнь занимается поиском героев. Юрий Яковлев – один из тех детских писателей, кто искренне интересуется внутренним миром ребенка и подростка. Он говорил ребятам: «Ты думаешь, что удивительная жизнь где-то далеко-далеко, а она оказывается рядом с тобой. В этой жизни много трудного, а порой несправедливого. И не все люди хороши, и не всегда везет.
Но если в твоей груди бьется горячее сердце, оно как компас приведет к тебе победе над несправедливостью. Оно подскажет тебе, как надо поступать, поможет отыскать в жизни хороших людей. Совершать благородные поступки очень трудно, но каждый такой поступок возвышает тебя в твоих же глазах. И в конечном счете именно из таких поступков складывается новая жизнь. Однажды в доме писателя появилась собака Динго, а потом 13 щенят. Так в его творчестве вошла тема любви к животным. У Яковлева много произведений о взаимоотношениях человека и животных. Он решительно проводит прямую линию от отношения человека к живой природе, к его характеру и душевным качествам. Писатель уверен, что доброта по отношению к живому существу и мужество – понятия одного ряда. Большое место в жизни Яковлева занимал кинематограф. Многогранный и талантливый человек, он пробовал себя и в кино. По его сценариям было снято несколько мультипликационных и художественных фильмов. Книги Яковлева – это своеобразные учебники жизни. Основные темы – школьный быт детей, война, дружба между людьми, доброе отношение к животным, чувство благодарности и любовь к матери. Основные идеи его прозы – благородство, верность избранному ориентиру, осмысленность существования. Рассказы этого автора проникают в сердце, затрагивают душу и заставляют переосмыслить свои поступки и поведение, без нотаций и поучений. Каждый его рассказ открывает какую-то важную истину –